Скажите, пожалуйста, Михаил, может ли быть человек бессознательным каббалистом? То есть, не зная теорию науки каббала, тем не менее, правильно относиться к людям и к миру? Нет, потому что все мы являемся законченными эгоистами. И все наше развитие духовное, оно построено на том, чтобы мы развивались над нашим эгоизмом. С его помощью, но над ним. И это развитие, оно никогда не может быть естественным от человека. Оно происходит только под воздействием высшего света. Особой силы, которая на нас воздействует при изучении каббалы. И которая нас при этом формирует совершенно под себя заново непонятным, неизвестным и всегда неожиданным нам образом. Поэтому, если мы не привлекаем через науку каббала эту высшую силу, которая нас формирует, то мы с вами сами не сформируемся духовно никогда. И поэтому, естественно, спонтанно человек никогда не станет каббалистом. Ну, знаете, очень много людей задают такие вопросы, что, прочитав ваш блог и посмотрев нашу передачу, да, как бы все это раньше знали, ничего нового, забота о ближнем, об обществе, она всегда была. Да, конечно, это об этом все говорят. Но кто может, реализуя правильно это на себе, раскрыть высший мир? Ведь забота о ближнем, любовь к ближнему, все правильно, это красиво, хорошо, это все очень красивые слова. В каббале это совершенно не то. В каббале это средство для того, чтобы достичь уровня Творца, чтобы раскрыть высший мир, следующий уровень мироздания, раскрыть следующее измерение, войти в него одновременно с этим миром, еще следующий мир раскрыть. Это не слова. Это не самоцель. Нет, возлюби ближнего, это не самоцель. Это иносказательное выражение того свойства отдачи, которое мы должны достичь. Потому что на самом деле, когда мы постигаем этого высшего, он становится не высшего. Ближний. Когда мы постигаем этого ближнего, он не ближний, он становится такой, как я. Он становится в одной системе со мной. Он уже не ближний, он становится я. Вот. Это просто сейчас, пока я должен якобы относиться к нему как к ближнему. А на самом деле сразу же его желания становятся как мои, я расширяю область своих желаний, вместо своих маленьких я расширяю, принимаю остальные желания как свои, ощущаю их действительно как свои, и начинаю в них ощущать высший мир. Поэтому соединение с ближними, так называемыми, это соединение со своим потерянным как бы желанием, со своим сосудом, в котором я раскрываю высший мир. И вот это является целью конечной. И а без этого вся любовь к ближнему, она, конечно, не имеет никакого смысла. Это можно сравнить, как будто бы я начинаю ощущать как бы свои части тела, там, рука, нога. Да, друг, да, 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 конечно, да. Так вот я ближнего начинаю ощущать. Начинаю ощущать как свою, моя, да, часть. Интегральную часть. Ну, тогда это, получается, та же любовь к себе? К себе нет, потому что она строится над эгоизмом, над завистью, ненавистью, отторжением и так далее. Не уничтожается это. Это не как мать к своему ребенку, который чувствует, что это ее часть. Это чувствуется одновременно чужая часть и как своя, как своя. То есть человек должен провести какую-то работу. Да, вот это вот замыкание на как своя над прошлым эгоизмом, которое не уничтожается, не аннулируется, он остается. Это замыкание над ним делает нам высший свет. То есть ответ такой, что без какой-то определенной методики, не знаю, так каббала, может, есть другие какие-то методики, но невозможно. Да. То есть просто так вдруг человеку дали такое... Ничего не получится. Нет. Случайных, спонтанных каббалистов нет. Thank you.